Ну что, всем привет, это Сталкер Онлайн на ЭКБ сервере. Сегодня у нас суббота. Субботний захват, и мы вот тусуем на Тунге, пока втроем. Сбегаем, посмотрим, что интересного будет на базе. Много ли монолитовцев? Да, кстати, монолит держит Тунгуску. Ну, втроем, конечно, у нас шансов нету, потому что они экипированы нехило. Но тут я вижу другие группировки. Посмотрим. Такая типа разведка боем у нас сегодня будет. Давайте, может, с этого, с дальнего флага зайдем. Хотя бы один подтянем немного. Если у нас тут не зажим. Ага, Лаван зашел. Да, точно зашел. Да, где-то вот здесь сидел. Ну, вот здесь как раз первый флаг где-то недалеко должен быть, на пригорке. Я помню, мы на СРД пару раз тут были. Как раз с этой стороны, я помню, бегали. Ну, по крайней мере, я бегал. Мы, короче, не туда пошли. Блин. Ха. Проход проморгали. Я смотрю, думаю, что-то местность какая-то не та. Да-да, не туда немножко. Блин, откуда стреляет, а откуда не вижу. Сзади справа.
Есть, я его снял. Кто тут лежит, не уходите на респ. Сейчас пойду. Угу. А вот костра у меня нет. Да, надо было костер еще взять. Да, блин, да опять, да что такое? Слив, сейчас не да? увидел. Ага, не увидел где. Ага, вот он, чудо. Сейчас попробую убить его, если он там, конечно, один. Ладно, я на респ возьму костер, давай. Да, давай, а то с капли особо не побегаешь. Привет, ребята, это Виллис, где вы бегаете? Здорово, мы со стороны базы с Тунгуски. Здорово, я уже около флага почти. Вована вижу, вот он, со мной. Ага. Ребята, короче, микрофон... Я в квадрате D2-3, около скалы стою. Ребят, микрофон отключу, потому что ребенок спит, если что, я буду в чате, если что надо будет кричить. Ага. Монолитовец один в квадрате. D2-3 бегает. В скалах прячется. Угу. О, еще один побежал. В этом же квадрате. Вдвоем их. Двоих там, значит. Блин, все в этом в ОЗК бегают.
еще разбойники. А с разбойниками у нас тоже вар вроде бы. Угу. Смотрю, они флаг А уже захватили. Никого не вижу. Я около флага стою. А мы на репе все. Так, есть разбойник, одного слил. Ну что, я решил флаг немножко потянуть. А, тяну. Угу. Пока никого нету. А, стреляю. Я около флага бегаю, а тут по мне кто-то еще пуляет, правда не вижу кто. Нам еще пока срез подвозим, выйти. Все, меня тоже свалили. А что там, их много что ли на респе? Да вроде немного, а раз, два, три, трое. Но держит. Сейчас и я подойду. У меня как раз время кончилось. Да, мало магазинов, приходится постоянно заряжать, блин. А они все с этими, с БНЛ-ками бегают. И с автоматами. Ну ничего, нам не привыкать. Вот я вот смотрю, одиночки еще бегают. За кого, нифига узнаю. Ну, по крайней мере, у нас не стреляют. Ну, меня тоже не стреляет, он мимо пробежал. Дантес пишет, я с вами. Вот чувак в УЗК такой, с черным рюкзаком. Ну, с нами так с нами.
Такое ощущение, как будто они базу передают. Охраны нету. Ну, может, мы до нее не добежали еще. А сейчас убрали движение камеры, когда тебя убили? Да. Покрутить нельзя, я что тут? Нельзя, нельзя. Ой, все. Как неудобно-то, а? И не посмотреть даже. Прям в него стреляешь, не получается убить. С подухами, наверное, тоже на поясе. Наверное, с артефактами, ага. Ну, я себе тоже две одел. Бета, гамму, ну... Да, я ничего не одевал, смысла сейчас нету.
еще ни оружия, ни экипировки толковой нет. Ну, хоть никак, хоть какая-никакая защита небольшая есть. Стоит за бухарком. Еще за бугром один тусует. Да, точно, их даже тут трое вроде бы. Вот еще один какой-то Джонни появился. Прям 74-х на раз-два. Что-то я не пойму, вот этот бандит говорил, что он с нами, а сейчас меня свалил. Ну, который с нами такой бегал, одиночка. Дантес? Ну да, бандитос, бандос.
ВЗК, который с черной балаклавой. Нет, так он Дантес. Дантес с нами. Вроде никого не скрывает. Блин, а что тут Дантес. Много, что ли, с одинаковым ником? Или, знаешь, какой-то да, может... другой ник похожий. Может быть. Туда уже убежали все, да? Ага, подняли флаг. Ну, я пока здесь еще бегаю. Двое возле флага. Ну, мы далеко. Вот тут с собаками. Трое. Вижу я, где он. Он около будки, вот где вот овраги вот эти. Домик такой, вот он там прячется. Наемника тоже. Просто. Я тут прям на респе застрял. А вы где? А мы уже возле флага. У меня тут двое наемников. Ну, этих. Разбойников, блин. Ага. Держат. Ну вот и мы нарезаем.
кстати, один стоит, ну, с калашом прям пуляет неплохо. С АКМ. О, он с АКМ офигачит. АКМ, конечно, мощная штука. Что-то какие-то непробиваемые. Че, вас тоже там всех убили? А, ну меня, да. Вован живой еще. Данте живой, Вован живой. Слева, 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 слева. О, молодец, Дантес. Ну у него сайга ему прям нормально. Mm-hmm. Я вот на СРД тоже сайгу делаю, прям вещь. Лучше, чем даже Беннелли. Разбойник появился с каким-то новым ником. Раз, два, три, на флаге, четыре, четверо.
Давай поднимем. Можно поднять? Да, да, да. Алло. Остался, я наконец-то вырвался с респа.
вроде бы никого из наших нет. А что, вы все живы, что ли, еще? Да мы бегаем туда-сюда. Я до флага добежал, меня опять слили. Там хоть двое штук было. Точно так же, добегаем, бабахаем, все. Вот мы с Дантесом. Ну, я с Вованом. Сайгу надо срочно покупать и обменивать. Фина, это обмен-то можно вроде открыть, насколько я понимаю. Ну, как говорили сталкеры. Типа вот этот квест выполняешь, который. Ну, сбегать к Ваниаду несколько раз. И рано или поздно, типа, торговля, вернее, не торговля, обмен откроется. Ну, не знаю, раза три я уже бегал, ничего не получается. Ну, я раза три, наверное, пробежал, но пока закрыто. Может, раз пять надо? Парни, я бегал один раз, и меня уже открыто. Там рандомно говорят вроде бы, да? Не, я один раз бегал, и мне сразу открыто. Надо 5 это, резины У, антиграфу, 10 Марева и Везувий. Будет сайга. А этот проводник там не нужен? Да нет, не нужен. Раньше проводник был. Ну, сейчас 10 Марева, Везувий. Сейчас даже вот лучше. Так, я вижу, серый валяется, кто-то его убил, а кто непонятно. Да, так что, если соберет, если надо... Давайте соберем хотя бы кому-нибудь один этот, одну сайгу. Каждый по чуть-чуть соберет артефактов, и одна сайга будет, потом еще. Ну, хорошая идея, я за. Тем более, всем не нужно тогда обмен открывать. Да. О, у кого обмен открыт, сделай скриншот. Ну, чтобы все видели, что, сколько надо. Все, я понял. Буду на Везу и буду у Ваньку Фина, то есть, и сделаю. Ага, хорошо. Ну, короче, самое... Тут еще спартанцы. Самое дорогое... Твой У и резина У. Ну, за Везу им придется все дружно идти. Справа на пригорке. Меня слили. Угу. А кто, спартанцы, не мы замочили случайно? Нет. Мы его не трогали. С ними вроде дружим. Блин, они еще так подбежали вдвоем, а я стою на них, смотрю, и что-то не получилось. Одного. Да, с таким не захватит. На Химке такая фигня один раз была. Когда куча группировок, непонятно кто чё, зачем, или не на Химке, на этом. На психушке, кажется. На психушке, а на психе. Пару раз такая была фигня. А они спокойно обороняют. Им пофигу, в кого стрелять. Да. Thank you.
Показано, али еще пока. Сзади аккуратнее бежит один. Я пока живой, но он бежит на меня, поэтому аккуратнее. Все, меня слили. Он как раз за вами побежал. Минут уже осталось, я думаю, смысла нету. Ну да. Чисто так посмотрели, что да как. С такими стволами делать нечего. Ну да. Надо закупаться потихоньку. А, может, ребят, предложение, может в этот сходить, Черепаукана. Я сейчас освобождаю компьютер, у меня у сына сейчас начинается тоже. Турниры. Подойти, подойти. Я сегодня тоже начинаю. Я освобождаю. Пока. Давайте в следующую субботу соберемся, но только не на захват, так как пока еще вооружение не особо, а в пещеру паукана можно сходить. Можно, да. Ну и побольше народу собрать, то есть в плане можно сходить занять пещеру. Ты именно хочешь самого паукана попробовать убить? Да хочу, мне, во-первых, квест тут большая охота. Языки. О, а мне языки бляка. Как раз надо. Вот, уже. Как раз всем надо и как раз надо начинать делать его. Вон, давайте в субботу. Ну давайте, время тогда. Да, давайте потихонечку. Ага, все, давайте, парни, удачи. Ну давайте, счастливо. Давай, я тоже сейчас еще один раз добегу. О, один флаг все-таки наш. Ну наш, пока наш, а. Да. Ну им-то в принципе без разницы. Ну да. Обороняется. Ну ладно, счастливо. Ну ладно, давай, тогда я тоже буду отключаться. До встречи. Так, ну что, захват уже подходит к концу, 10 минут, ну, один флаг мы все-таки захватили. Да, конечно, вооружение тут играет большую роль, защита по факту, ну, конечно, тоже играет, если на тебе хороший броник, каска. Но
все-таки оружие играет решающую роль. Вот, как вы заметили, с калашами многие бегают. Ну, с БНЛ, с Сайгой самый оптимальный вариант, ну, как по мне, так это Сайга. Все, завалили меня. С МП5 особо не побегаешь, ну, с ТОЗом тоже. Это хорошее оружие для мутантов, для похождений, но никак не для захватов, не для ПВП. Ну, по крайней мере, это была такая небольшая разведка. Это наш первый захват. Мы так вот собрались на ЕКБ сервере первый раз, поэтому первый блин с седокумом, ничего страшного, в следующий раз будет намного лучше. И рано или поздно какую-нибудь базу дозахватим. На этом все, всем до встречи, всем пока, увидимся.